Наконец-то у нас бушует настоящая весна. В полном смысле этого слова. Хотя сейчас вот пошел дождь. Те самые вишни, которые цветут в сады в Вишневі, коло хати. Вот так цветут красиво вишни. Приглашаю вас в гости. Посмотрим, что у нас нынче цветет. Давид. Давидка. Давидка у нас цветет. Определенно. Тюльпанчики. Тюльпанчики очень активно начали цвести. Вот этот сорт с оранжевой каймой, он один из самых ранних. Вместе с красными цветет. Ой, дождь пустился по полной программе. Вот такие тюльпанчики у нас. Очень симпатичные расцвели. Давидка, что там? Ну что? Смотри, какой дождь пустился. Над вольерами сейчас у нас вот такая вишня цветет. Это просто красота. Распустилась как раз вчера на Пасху. И просто она какая-то волшебная. Вот выходишь и как в сказку попал. Это прелесть какая-то. Так, сейчас я вам покажу еще наши цветочки. Самые красивые цветочки питомники. Это, конечно, малыши. Вот они, цветочки, лютики. Так, вот такие у нас тюльпанчики. Махровые. Это сорт новый, который посажен вот осенью. Я сама ждала, как же они откроются. Вот такая красота. Тюльпанчики. Кстати, клематис пророс. Аллилуйя. Я так переживала, прорастет ли. Садила его осенью. Видите, вот веточка. Вот клематис. Живой, отрастает от корня. Просто супер. Ой, смотрите, какие вишни. Ой, бомба просто. Так, здесь у нас нарциссы. Тоже это новенькие, посажены были осенью. Вот такая красота. А вот здесь очень интересно. Они, казалось бы, я садила все одинаковые. Вот три группы здесь, здесь и здесь. Но из них каким-то чудом один оказался, посмотрите, какой сорт красивый, крупный, желтый. Сейчас я ближе покажу. Конечно, это пересортится получается, но она такая красивая пересортится, что я бы не отказалась, чтобы они вот все такие были. Он крупнее сам по себе цветок. Коронка у него прямо вот бомба какая красивая. Конечно, удивительной красоты. Но эти нарциссы тоже обалденные, вот такие. Ладно, все такие, вот они все красавицы, и один вот такой, очень интересно. Так, что там у нас цветет еще? Давидка, кто у нас цветет, кроме тебя, кто? Так, сливы у нас зацвели, сейчас покажу, это золотистая смородина. Вот она всегда цветет таким образом. Очень неприхотливый кустарник, слива нынче цветет. Это сливы ранние, вот они цветут. Нельзя, Давид, ну что ты делал? А Давид уже метит. Потуя метит, хулиган. Вот еще слива, тоже ранняя цветет. Ой, и гром гремит. Это черешня. Вот так цветет черешня. Такая она довольно ранняя, можно сказать. Так, переходим в наш огород. Так, сейчас... Что тут мы имеем? Клематисы проснулись. Ой, прям дождь. А меня потянуло снимать. Так, смотрите, фиалочки у нас тут какие. Прямо в огороде. И вот прямо тюльпанчики в ряд. Но здесь я их использую на срезку в букеты. Просто дома ставлю вазы. И любуюсь ими. Прямо они в огороде. Так, сейчас мы с вами зайдем в сад питомника. Здесь нам тоже есть на что полюбоваться. Ой, прям дождь, дождь. Сливы же покажу. Уже буду мокнуть, но покажу такую красоту, которую ну, невозможно не показать. Это слива писарди цветет. Вот такая. Вот у меня два дерева. И образуется вот такой уголочек. Вот такой уголочек красивый. Можно посидеть, понаслаждаться видами. Такая красотка. Так, ну сейчас цветет береза. Казалось бы, береза цветет.
Это очень красиво. Сережки вот эти на березе, это такая просто романтика. Очень красиво. Ну и магнолию, наверное, нельзя не показать, да? Потому что это чудо природы. Вот поистину это чудо природы. Когда цветет магнолия, это какая-то сказка. Вот сейчас она в полную силу зацвела и уже даже начала отцветать. То есть у нее уже такой последний период цветения. Еще пару дней, и уже она цветет. Вот такая красотка. О, все, все, я уже мокрая. Давайте проведу вас по дорожкам сада. И быстренько пить чай. Ой, надо же. Надумала снимать, и дождь, пожалуйста. И вчера была погода изумительная, просто изумительная. На Пасху хотя бы нас природа порадовала, побаловала. А сегодня все, снова дождь. О, сейчас там еще миндаль начинает раскрываться. Я вам еще покажу миндаль. Слушайте, я уже вся мокрая. О, и гром гремит. Смотрите, миндаль открывается какой. Обалдеть вообще. И в этом году он такой густенький, классный. Он у меня штамбовый. Растет как деревце. Хотя, конечно, это кустарник, привитый на штамп. Очень красиво между туйками. Так, как бы это показать общую картину. Вот так, туйки-туйки, можжевельники, розы внизу. И по центру миндаль, очень красивый. Ну и быстренько пробегусь по тюльпанчикам. Вот такая группа двухцветных тюльпанов. Потом за барбарисом у нас такие вот розовенькие, симпатичные. Так, потом у нас пойдут нарциссы. Вот у нас нарциссы группа. Тут роза еще не дообрезала, но хотя бы начала, что уже радует. И вот такие нарциссы красивые тоже. Тоже такие вот они махровые, белые. Такая вот красота. Такая нынче красота в саду. Но очень дождь холодный. Поэтому убегаю, убегаю пить чай. Желаю вам всего хорошего, ну и хорошей погоды. Пока-пока.